Вот она, самая большая площадка в городе детская. Сегодня 12 мая, уже оккупирована детьми и их родителями, которые приходят сюда издалека, вот оттуда они идут. Да, обогнали несколько человек. Приходят отдохнуть на природу, покататься на таких необычных качелях, каруселях. Но еще площадка не сдана, покрытия резинового нету. Когда будет, неизвестно. Там новые дома строятся. Используется популярность, несмотря на отдаленность. Тут 2 километра только от ЖД станции. Жилых домов даже неизвестно сколько. Тут разные качели, карусели. Огромные такие качели для 2 человек даже. Все катаются, здорово. Когда-нибудь будет там мост автомобильный, будет очень шумно, конечно, когда его построят лет через 10. Новый, огромный, высоченный микрорайон. Там еще корабль. И там дальше, мне кажется, еще зона барбекю, потому что мы ездили там около рощи. Есть еще несколько площадок, они пока пустые. Может, там другие будут детские площадки. Посмотрим. Вот он, знаменитый корабль, огромный. Огромный-преогромный корабль, двухпалубный, двухъярусный, с мачтами, на которые потом все подряд будут залезать. Конечно, очень красиво. Такое множество тут развлечений, множество горок, но очень высоко. Мне страшно, например, самому по нему лазить. Много мест, где можно провалиться. Но зато, конечно, красиво. Смотрится очень эффектно издалека. Вон там еще качели внутри. Прикольная штука. Дети уже играют.